одержали верх в главной войне эпохи, не дали лучшему полководцу Европы покорить вашу страну, присоединили новые территории, от вас без ума молодые дворяне, а ваша репутация либерала все еще на слуху. Как приумножить свой успех? Как войти в историю? Только в нашем агентстве Аракчеев и Ко мы научим вас закручивать гайки, покажем, как топить проект любой конституции в чиновничьем океане и просто отойти от всех мирских дел и заняться самопознанием. Мы гарантируем качество своих услуг, а если вы останетесь недовольны, поможем инсценировать собственную кончину, дадим документы монаха-скитальца и поможем залечь на дно. Главное, впишите в договор своих братьев. Всем привет, с вами Артемий, это «История России для чайников», и сегодня мы посмотрим, как закончилось правление Александра I и повторим все самое нужное про восстание декабристов. Ну и, конечно, буду очень признателен, если прямо сейчас вы совершите все необходимые YouTube-ритуалы. В конце концов, каждый выпуск РДЧ для меня — это непростая и кропотливая работа. Как раз будет чем себя занять во время заставки. Итак, окончились наполеоновские войны. Простой народ на своем горбу вынес все тяжести нашествия, помогал партизанить и вообще остался верен царю-батюшке. А молодые офицеры-дворяне познакомились с убогим бытом русской глубинки и вовсю сравнивали его с тем, что увидели в Европе. После столь важной победы и столь мощного напряжения сил, все ждали, если не изменений, то как минимум послаблений во внутренней политике страны. И тут самое время для нового золотого правила отечественной истории. После больших побед никаких больших перемен. Почему так случилось и в начале 19 века? Ну, для начала посмотрим на самого императора Александра I. Вторжение Наполеона, вся эта отечественная война подтолкнули царя к мистике и религии. Он стал считать себя защитником христианства и справедливости и вовсю призывал остальных заняться тем же самым. Его коллеги, прусский и австрийский императоры, не разделяли этого энтузиазма, но кто теперь вообще будет перечить правителю самой большой страны в Европе, которая только что победила Наполеона? И когда в 1815 году Александр предложил создать Священный Союз для того, чтобы охранять монархию от революционеров-безбожников, Пруссия и Австрия согласились. Вообще, сам документ мало напоминал международный договор, скорее какую-то религиозную мантру. Но в основе была вот какая идея. Монархическая власть имеет божественное происхождение, ну, кто бы сомневался. И чем власть древнее, тем она легитимнее. Но если кто не согласен, то... Ну а внутри России все выглядело странно. Вроде бы и конституцию Польши с Финляндией дали, и даже в Прибалтике освободили крестьян от крепостной зависимости. Ну, то есть как освободили? Их просто отправили на волю без земли. Как итог, постоянные восстания и вынужденная аренда этой самой земли у бывших помещиков. Эксперимент, очевидно, неудачный. Александр предложил придумать другой план освобождения крестьян, и ему на стол в атмосфере строжайшей секретности легли два проекта. От министра финансов Гурьева и от начальника императорской канцелярии Аракчеева. Первый предлагал сделать из крестьян что-то наподобие фермеров, а второй предлагал выкупить государству помещиков маленькие кусочки земли и раздать их крестьянам. Оба проекта Александр отклонил. Все так же секретно Александр поручил другу своей молодости Новосильцеву составить проект уже конституции для всей России. Тот выкатил государственную уставную грамоту. Проект создания двухпалатного парламента, без одобрения которого царь бы не смог принять ни один закон. Что стало с этим проектом? Угадали? Александр его отклонил. Может быть, у императора был такой странный фетиш давать разрабатывать всякие важные проекты, а потом их сливать. Это не для тебя сделано и не для таких, как ты. Тебя не звали, тебе тут не рады. Уйди отсюда и больше никогда не приходи. На самом деле причина в разочаровании Александра либеральными реформами. В Европе все чаще вспыхивали восстания против монархии, а внутри страны крестьяне постоянно поднимали волнения, а помещики постоянно на это жаловались.
Императора все меньше стали интересовать государственные дела в принципе, и многие важные проекты он стал доверять своим приближенным, в особенности Аракчееву. Тут обычно всплывает термин «аракчеевщина» — жестокое консервативное время, период тотальной власти Аракчеева над всеми. Он стал тираном, пытал крестьян, ел детей и... или это не он? На деле это не более чем домыслы его недоброжелателей при дворе, рисовавшие Аракчеева карикатурным злодеем в глазах общественности. Сам граф слыл человеком, стремившимся к дисциплине и порядку во всем. А, и еще он не брал взяток. Ну вы поняли, тиран и душегуб же, ну. Но, само собой, репутацию ему подмочило руководство военными поселениями. Этот проект придумал еще сам император до Отечественной войны. Ну, как придумал? Подсмотрел у Пруссии и Швеции. Действительно, зачем держать на границе дорогостоящие военные корпуса, если можно запрячь десятки тысяч государственных крестьян, обучить их военному делу, проводить постоянные учения? А, ну и пусть в мирное время занимаются своими делами. Урожай собирают, за конями прибирают, не знаю, что они там еще делают. Навозом через забор кидаются. Идея хорошо выглядела на бумаге. Есть постоянно обученный резерв для войск, который еще и содержать гораздо дешевле. Да и крестьянам сплошные выгоды. Им построят дома, будут содержать больницы, школы, освободят от налогов, детям сразу дадут службу в армии. Но жизнь военных поселенцев очень скоро превратилась в настоящий армейский ад. Дело в том, что вся их жизнь теперь была регламентирована. Встаешь под звуки горна, все дела делаешь строго по расписанию. Употреблять алкоголь и вообще отдыхать можно только в строго отведенное время. И да, успевай это совмещать с работой в поле. Шаг влево, шаг вправо, шпицрутаны. Что это? Загугли, ужаснись. Добавим сюда и произвол надсмотрщиков за этими поселениями. Дело в том, что младшие офицеры хотели очень сильно выделиться перед начальством, а потому не гнушались любыми способами заставить крестьян и штыком махать, и урожай собирать. Из-за этого военные поселенцы постоянно поднимали бунты, и их приходилось подавлять с помощью регулярных войск. Вообще, граф Аракчеев был против этой затеи, но исполнительно строил новые и новые военные поселения. Отменят их ой как не скоро. Все это создавало вокруг Александра ореол недоверия среди молодых дворян. Их ожидания реформ совпали с недовольством простым народом военными поселениями. Как говорится, лодка оказалась расшатана. Самое время для тайных организаций. Когда слышишь эту фразу, сразу думаешь о сборище не то фанатиков, не то сектантов, которые задумали что-то недоброе. Но в истории с будущими декабристами все было совсем не так. Начиналось все с гвардейских артелей. Так называли посиделки офицеров в казармах, где вместо того, чтобы упиваться шампанским или резаться в карты, внезапно начались обсуждения судеб страны. Мусолили одну и ту же идею. В Европе монархии постепенно уступали переменам, двигались навстречу счастливому будущему, значит, аналогичный процесс нужно было подтолкнуть и в России. Уже в 1816 году возникает Союз спасения, первой организации молодых офицеров-дворян. Почти все из ее основателей в будущем возглавят декабристов. Отметим ключевых персонажей. Никита Муравьев, братья Сергей и Матвей Муравьевы – апостолы, Сергей Трубецкой и позднее присоединившийся к ним Павел Пестель. На своих собраниях они обсуждали идею помощи Александру в проведении реформ, знакомство с ними других молодых дворян, а также помощь в составлении проекта Конституции для России. Но мы-то с вами уже помним, как Александр на самом деле относился к возможности ее введения. Помнишь, я обещал ввести тебя в России после Польши? Да-да, ты так и сказал. Я соврал. Не видя прогресса со стороны властей, члены Союза спасения преобразовали его в 1818 году в Союз благоденствия, где состояло уже около 200 человек. О них даже прознал царь, но в ответ выдал лишь очередное пополнение фонда великих цитат. «Не мне карать». Он явно что-то знал. Через 3 года союз распался на две... Да не этот союз! На 2 общества. Северное в Петербурге и южное, базировавшееся на территории современной Украины. Оба общества считали себя частью одного движения, но были различия в идеях и тактике. Северяне полагались на документ за авторством Никиты Муравьева под совершенно неожиданным названием «Конституция». Согласно этой программе, Россия должна была превратиться в федеративное государство со столицей в Нижнем Новгороде. Форму правления надобно сделать конституционной
монархии, где решать все будет парламент, народное вече, а царь превратится в главного чиновника, исполнителя воли народа. Ну, как народа, в выборах должны были участвовать только зажиточные мужчины. Зато крепостное право отменялось, а каждый крестьянин получал по участку земли. За отмену крепостного права выступало южное общество со своей программой, изложенной в «Русской правде». Ну, после такого названия нельзя не спросить. В чем сила? Автор этого документа, уже известный нам Павел Пестель, считал, что в военном революционном перевороте в России должна установиться республика, а власть также будет сосредоточена в руках народного веча. Но вот царь, как бы так сказать, его не должно быть, потому как теперь все население превращалось в равных граждан, которые могли с 18 лет голосовать. Северяне считали такие взгляды экстремистскими, а амбиции самого Пестеля нередко сравнивали с Наполеоном. Но и в Петербурге нашлись сторонники радикальных методов. Отметим Кондратия Рылеева и Петра Каховского. Последний вообще сатевал убийство царя со словами «Ах, как славно мы умрем!» И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Разгорались дебаты между двумя обществами. Южанам удалось настоять на военном перевороте, а северянам, в свою очередь, на созыве после него учредительного собрания, которое должно было решить, что делать с царем и вообще со страной. Оставалось только все распланировать и тщательно подготовиться. Но вот проблема. Александр I внезапно помер. Да-да, самое время написать в комментариях, что на самом деле он стал странствующим старцем Федором Кузьмичем, и умер он в возрасте почти 90 лет, где-то под Томском. Давай, припиши свои доказательства, нам будет очень интересно. В конце ноября Петербург и армия присягнули на верность Константину, брату покойного Александра. Но есть одна проблема, дело в том, что Константин отказался от престола еще 3 года назад, поэтому завещание переоформили на следующего брата, Николая Павловича, и об этом никто не знал. Поэтому надо было заново собраться Сенату, Государственному Совету и генералам и заново переприсягнуть законному правителю. Этой внезапной неразберихой и решили воспользоваться заговорщики. На квартире Рылеева был составлен план восстания. Рано утром, 14 декабря, в день присяги Сената, офицеры-декабристы выведут на Сенатскую площадь верные им войска. Их убедят байкой про то, что Константина незаконно сверг Николай и якобы не дал ему принять Конституцию. Александр Бестужев приведет московский полк для обороны площади. Другой декабрист Александр Якубович должен был измайловским полком захватить Зимний дворец. Потом учреждается временное революционное правительство, которое возглавит Трубецкой с должностью диктатора. А если что, Каховский пристрелит царя. Но с самого начала все пошло не как надо. Бестужев-то привел войска на Сенатскую площадь, и солдаты встали в каре вокруг Медного всадника. Однако Якубович не решился идти на Зимний, а Каховский отказался убивать царя в одиночку. Трубецкой вообще не появился, хотя некоторые замечали его несколько раз неподалеку. В 11 часов утра узнали, что Сенат уже присягнул Николаю, и сенаторы разъехались. Вдобавок на место явился сам император вместе с верными ему войсками. О чем я? Мы в дерьме! Мы в дерьме! Ну, так-то к восставшим успело присоединиться небольшое подкрепление. И всего на Сенатской площади оказалось около 30 офицеров-декабристов и около 3000 верных им солдат, которые, впрочем, уже стали плохо понимать, что тут вообще происходит. В смысле, Конституция — это не жена Константина. Между тем, Николай располагал вчетверо большими силами с артиллерией и конницей. Проливать кровь в первый день правления ему хотелось меньше всего, но к площади начали подтягиваться местные зеваки и горожане. Когда скопились уже десятки тысяч, к восставшим отправили Милорадовича. Герой войны 1812 года. Губернатор Петербурга Милорадович попытался горячей речью заставить солдат одуматься. По свидетельствам очевидцев, ему это почти удалось, но новый лидер солдат на площади декабрист Оболенский решил отогнать Милорадовича и как-то между делом легко ранил его штыком в бок. И тут появился Каховский и вообще застрелил генерала в спину из револьвера. Ля ты крыса, а! Ситуация принимала опасный оборот. Не помогли даже прибывшие на место митрополиты со своими увещеваниями, хотя когда это чему помогало?
Из толпы зевак в царя и его окружение стали лететь камни, и наступление темноты рисковало превратить бунт офицеров в настоящее волнение среди городской черни. В 3 часа дня были даны холостые залпы из пушек, а затем пальнули картечью над головами солдат. В ответ каре ответило оружейным залпом. Каре против картечи. Ну тут даже ставку делать глупо. После нескольких залпов уже по толпе солдаты начали разбегаться кто куда. Большая часть из них выбежала на лед реки Невы для того, чтобы перебраться на Васильевский остров. Однако пушки начали стрелять уже ядрами по реке. Затем к делу присоединились и конногвардейцы, и исход восстания оказался предрешен. Это мы еще посмотрим. Наверняка воскликнули Сергей Муравьев-Апостол и Михаил Бестужев-Рюмин, поднявшие на восстание уже Черниговский полк в районе Житомира на юге страны 29 декабря. Но их быстро рассеяли и окружили правительственные войска, которым заранее было известно, что и где произойдет. Ну а тем временем... Симон Боливар провозглашает независимую Великую Колумбию. Он мечтал создать некий прототип Соединенных Штатов только в Латинской Америке. Ну, на 10 лет ему это удалось. Экспедиция из самой северной страны открывает самый южный континент. Жалко, что пингвинов нельзя колонизировать. Португальцы эвакуируют свою армию из Южной Америки, и на месте их колонии образуется Бразильская империя. Да-да, там даже был бразильский император, чего только не придумает история. На острове Хиос турки устраивают жестокую расправу над местными греками за поддержку ими национального восстания. 120-тысячное население острова сокращается в 2 раза за несколько дней, и, кажется, Турцию ждет очередная война с защитницей всех православных. Следствие по декабристам вел лично Николай I. Мы об этом еще поговорим в следующем выпуске, но озвучить некоторые цифры все-таки стоит. Суду было предано 287 человек, 5 из которых были казнены через повешение. Пестель, Рылеев, Сергей Муравьев, Апостол, Бестужев-Рюмин и Каховский. Остальных же ждала ссылка на Кавказ или в Сибирь, подальше от столиц, чтобы они могли искупить свою вину. Но вот в чем виноваты декабристы, это вопрос уже дискуссионный, особенно в контексте недавнего фильма с помпой, посвященного этим событиям. Если попробовать проследить путь декабристского движения от первых собраний офицеров в фортелях до жестокой бойни на Сенатской площади, можно заметить кое-что интересное, а именно эволюцию отношения декабристов к верховной власти. Важно учесть, что декабристы не были неграмотными или быдловатыми обывателями. Пусть в начале самому старшему из них было не больше 27, тем не менее почти каждый декабрист относился к каким-то знатным фамилиям, даже к Рюриковичам. Мы помним, чем дворяне были обязаны монархии, и потому воспринимать декабристов как зажравшуюся золотую молодежь, которая захотела укусить кормящую руку, будет ошибочно. Целью артелей офицеров была пропаганда. Целью союза спасения – помощь царю в проведении реформ, поддержка его начинаний. Ну а союз благоденствия стремился включить в свои ряды как можно больше представителей высших сословий. Даже подумывали издавать свой журнал. Это еще не заговор. Это попытка диалога. Да, очень неумелая и совсем неофициальная, но что вы хотите от молодых людей на третьем десятке лет? Когда же все спустилось до планов восстания, то тут снова не видно ни выверенной идеологии, ни какой-то жесткой дисциплины, нет. Есть только наивная вера в то, что можно улучшить жизнь крестьян и горожан, не спросив их об этом. Во многих городах простые обыватели и слыхом не слыхивали, что какие-то там молодые дворяне собираются жертвовать своими жизнями за их счастливое будущее. В этом смысле жертва декабристов и события на Сенатской площади кажутся просто каким-то трагичным недоразумением, но на самом деле это прямое следствие отсутствия внятного диалога между властью и молодыми представителями ближайшего к ней сословия. Насколько наивны были одни, настолько же решительны были и другие. А можно ли обойтись без таких потрясений? Как не допустить того, чтобы разные социальные группы были настолько оторваны друг от друга, что это приведет к такому недопониманию?
История России дала нам очередной повод задуматься об этих вопросах. Поэтому помните, что история — это не только даты, имена или события, это мотивы и решения, которые определяют будущее. Увидимся совсем скоро.